Ребята не из робкого десятка. Первоуральские экоактивисты совместно с горожанами вновь вышли на субботник, чтобы на этот раз прибрать территорию на проспекте Ильича возле столовой «Урал». Но только этим участком решили не ограничиваться. За глобальной уборкой наблюдала наша съемочная группа. Берем грабли, метла и пойдем убирать. Железная дисциплина. Надел костюм, взял инвентарь, занял позицию. Настрой тоже боевой, шутят первоуральские экоактивисты. Борцов за чистоту видно издалека, все в красных плащах. Отличается лишь Ольга Балиевских, которая впервые присоединилась к общественникам. Говорит, уже давно наблюдала за деятельностью города первых. Думала, как же туда отбирают? Наверное, какой-то отбор. Наверное, я не подойду по возрасту, по весу. Вот. Увидела на шествии 1 мая, как они красиво прошли в колонне. И думаю, найду их в соцсетях и попробую туда добавиться. Вот. Тем более сейчас субботники проходят. Это дело я люблю. Город делает чище. Месячник чистоты в Первоуральске на финишной прямой, и большая часть территории прибрана силами организаций и волонтеров. На таких небольших участках, как этот, порядок наводят по инициативе горожан. Они оставляют заявки на субботники и сами в них участвуют. Нас каждый год поддерживают жители, очень хорошо прямо отзываются, и волонтеров стало больше в городе первых, и желающих помочь нам прибраться. Я думаю, что скоро все улицы города очистится активными гражданами, которые будут принимать участие в этой акции месячной чистоты, и наш город к лету будет очень чистым, красивым. Все экологические инициативы общественного движения «Город первых» поддерживает Первоуральский новотрубный завод и благотворительный фонд «Синара». Металлурги регулярно участвуют в акциях эковолонтеров, а некоторые и сами состоят в рядах активистов. Например, Владимир Морозкин. В «Городе первых» он с самого основания движения. Экология для меня – это прежде всего, наверное, внутреннее воспитание. Предприятие активно участвует в помощи по уборке территории городского округа, предоставляет помощь, и, соответственно, мы все вместе делаем город лучше. Территорию возле столовой «Урал» убрали всего за час, но сворачивать субботник не спешат. Местные жители попросили бригаду в красном избавиться от скопившегося за зиму мусора под окнами соседней пятиэтажки. В итоге с двух территорий экоактивисты собрали 40 мешков мусора. Следующая уборка пройдет у ротонды на улице Трубников. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости Первоуральск.